со собаками часть не сильно хорошо. Ой, у меня кино получается, пусть будет. Я у нас со второй работала, есть не Ксюшка, а Таринская. Ну, ты же знаешь, такая полная блондинка кинолог. Это на фея. Вот, если бы не Ксюшка, то собаки было не для кино. Там вообще не кормят, там такую вот травму. Что вторая, это случайно там, где Алёшин? Это... На Киме, нет? Нет, это на этом самом... Как на маршала Жукова ехать. Наташа, это тот? Извините. Алёшенька, да. Алёшенька. Да. Там девочка кинолог, она пол зарплаты тратит, чтобы собак накормить. Ну вот, вот так вот и выезжают. Я что-то хотела сказать, что берут кинолога, готовят. Не, ну там может быть, конечно, если там если российская часть и финансирование есть, то что будет тратить. Да, Севастополь, я тоже поспрашивала. То есть, в принципе, как бы все по-разному. У них дают деньги, значит, хорошо, не дают. У нас просто здесь вот рядом часть была, тоже они пытались собак завести. Ой, там такие скелетики бегали. Тут страшно то, что когда в какой-то момент часть расформируют, или человек, который там реально ими будет заниматься, уволится, то потом что будет, вообще непонятно. Поэтому тут, конечно... Я тоже говорю, Ксюшке, говорю, что мне дёшево, ну, как бы, у нас частная практика. Говорит, не могу, помрут 20 детей. И он читал на московских форумах, когда расформировывают части, и раз и в один момент там по 20 кавказцев пристраивать. Класс, я его на фильме снимаю, тебе дам потом, если хочешь. Ну, конечно. Марина, один парень служил, прилог жене подарок. Не знаю, Нового Восточного района.